Приветствую вас, и то, что мне хотелось бы вам сказать, заключается в том, что вы сами того, может быть, не понимая, ответили себе на вопрос, который задали. Он заключается в том, что мужчину вам своего не переделать, ему вам ничего не доказать. У человека есть четкая стратегия, четкая позиция, и он ее менять не собирается. И исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что у вас два, по сути, выбора. Первое – это принять его отношения. И давайте определимся сразу, вы хотите этого или нет. То есть, вот вы можете принять его такое отношение? Можете вы понять своего мужчину? Понять, что им движет, там, постараться как-то ему помочь, то есть, вот, разрешить его конфликты, помочь ему в этом, да, продолжать его поддерживать? Или вы не желаете принимать его отношения, и думается мне, что второй вариант более вероятный, раз вы написали на наш ресурс. И тогда, если вы решили не принимать, то нужно вам подумать, как от него уйти. Как от него уйти, и самое главное, какие есть на этом препятствия. То есть для начала определить, чего вы сами хотите. И в зависимости от того, чего вы сами хотите, в какую сторону вы хотите двигаться. И нужно исходить. А далее вам следует очертить препятствия возможные, которые есть на пути к вашему желанию, к вашей цели. И вот эти препятствия разобрать, устранить и сделать это так, чтобы чувствовать себя свободным, не подавленный, не находящийся в зависимости от другого человека. А для этого будет справедливо избавиться от зависимости. Что в свою очередь означает понимание того, для чего вам нужен мужчина. Какие потребности с ним вы удовлетворяете, отделить эти потребности и, собственно говоря, достичь их самостоятельно. И тогда, будучи свободным, вы примете верное решение. А препятствия, которые есть на вашем пути, они могут быть устранены с помощью специалиста, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе и приватно с ним поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.